Казахстанский автопром наращивает мощности. В 2018 году объемы выпуска отечественных авто возросли на 72%. С конвейеров автозаводов республики сошло продукции на 185 миллиардов тенге. По оценкам финансистов, автоиндустрия становится самой быстрорастущей отраслью несырьевого сектора экономики. На масштабах автопроизводства скажется и строительство нового завода в Усть-Каменогорске. На стройобъекте побывал Вячеслав Ветлугин. На окраине Усть-Каменогорска идет большая стройка. В 2020-м здесь разместят новый автомобильный завод на территории в 500 гектаров. Грейдеры разровняли 1,5 миллиона кубометров грунта, уложили 16 тысяч кубометров бетона и вбили 365 колонн. Каркас цехов подготовлен. В этом году мы планируем полностью завершить строительство коробок цехов и начать монтаж оборудования и пусконаладку. После технической обкатки и в первый год эксплуатации уже в 2020 году с конвейеров нового автозавода сойдут 60 тысяч автомобилей. Автопредприятию дополнительно потребуется около 1000 сотрудников. Молодых специалистов готовят уже сейчас на базе действующих автопроизводств. Берем 16-ю головку, одеваем на ключ, производим затяжку. При правильной затяжке знак загорается зеленый. Запуск цифрового оборудования и переобучение персонала ускоряет автопроизводство. По новым технологиям 20 автомобилей механики собирают на 320 секунд быстрее. За год ускоренной работы количество произведенных машин возросло на 25%. Итог такой оптимизации – сокращение рабочего времени на 32 часа в год. Если говорить о производительности, то это 150 тысяч долларов на одного работника, это в среднем в 5 раз выше, чем среднеотраслевой показатель по Казахстану. До конца 2019 года автопроизводители Усть-Каменогорска планируют поставить в автосалоны 30 тысяч новых авто. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск.